Вітаю. Прийнятий Верховною Радою бюджет на наступний рік в грудні відрізняється не в кращий бік від того проєкту, що закладався в травні в основних напрямках бюджетної політики на 2013 рік та першого варіанту бюджету вже в вересні. Хоча ще тоді представники партії влади говорили про песимістичний сценарій. Але вже після прийняття кінцевого варіанту заступник голови Комітету з питань бюджету Владислав Лук'янов висловився про нього як про реалістичний бюджет. Як ті бюджетні песимістичні реалії відображаються в планах нашої місцевої влади на наступний рік та чим зможе похизуватися запорізьке місцеве самоврядування у році, що минає, по багатьох життєутворюючих аспектах ми говоримо в останню п'ятницю 2012 року з міським головою міста Запоріжжя Сіном Олександром Ченсановичем. Олександр Сін народився у 1961 році в Дніпропетровській області. Освіта вища, Київський державний університет, фізичний факультет. З 1983-го працював на 77-му заводі. Обіймав низку посад від інженера-програміста до заступника генерального директора. З 1994-го – заступник міського голови. З 99-го – робота у Запорізькій обласній державній адміністрації. З 2006-го – перший заступник голови обласної адміністрації. Пізніше – голова Запорізького обласного контрольно-ревізійного управління. З 2008-го – заступник генерального директора з юридичних питань та корпоративних ризиків Запорізької АЕС. З 2010-го – міський голова Запоріжжя. Одружений, полюбляє мандри та кіно. Здравствуйте, Олександр Чесанович. Добрий день. Заканчивается 2012 год. Какими, на ваш взгляд, достижениями в работе вот, городской власти он нам всем запомнится? Я думаю, что жители города обратили внимание, что 2012 год – это был год стабилизации для города Запорожья. В первую очередь, стабилизации в политической сфере, потому что сегодня у нас очень тесное, конструктивное взаимоотношение на уровне область-город, губернатор-мэр. Мы установили очень плотное, продуктивное сотрудничество с центральными органами исполнительной власти, с кабинетом министров, с Верховным Советом. Очень плотно взаимодействуем с депутатским корпусом города Запорожья, Запорожской области. И все это привело, безусловно, к положительным результатам, которые выразились в объеме средств, которые мы получили для поддержки решения проблем города Запорожья с государственного бюджета. Если мы в 2011 году получили из государственного бюджета менее 30 миллионов, то в 2012 году эта сумма превысит 70 миллионов, а может быть, вот еще в эти уходящие дни она еще вырастет до окончания бюджетного года. Но сегодня эта цифра более чем в 3 раза возросла в 2012 против 2011 года. Я считаю, это важнейший результат, потому что именно это позволило нам увеличить финансирование и решение важнейших программ, которые стояли в жилищно-коммунальном хозяйстве, в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, ну, практически во всех отраслях. Мы впервые, наверное, увеличили объем капитальных вложений во всех отраслях бюджетной экономики и городского хозяйства. А если это перевести уже в язык практических вещей, то благодаря этим средствам мы отреконструировали проспект Ленина в районе центрального автовокзала. Мы сделали 9 трамвайных переездов и проводили ремонт дорожного покрытия в городе Запорожье. Мы строили детские площадки, мы реконструировали отделения в городских больницах. Мы увеличили более чем в 2 раза объем средств, которые мы направляли на ремонт наших школ. Впервые мы в этом году начали серьезную реконструкцию детского сада на 12 групп на Южном жилмассиве в Коммунарском районе. К слову говоря, в следующем году мы продолжим эту реконструкцию, закончим этого детского сада и приступим еще к 2 детским садам в Ленинском и Заводском районе.
Вот, мы делали детские площадки, мы уделили повышенное внимание сносу аварийных деревьев. Большое внимание мы уделили реконструкции наших парков и скверов. Мы сделали реконструкцию сквера пограничников, начали реконструкцию парка Трудовой Славы, подготовили концепцию реконструкции парка Дубовая Роща. Мы системно работали в части работ в жилищно-коммунальном хозяйстве. Предприятие основания, которое создано, которое объединило в себя все прежа, позволяет нам сегодня правильно управлять и эффективно управлять финансовыми потоками. То есть за счет централизации закупок мы можем укрупнить партии покупаемых материалов, товаров и обеспечить более низкий уровень цены. И вот, в частности, вот такое перераспределение ресурсов позволило нам сегодня выровнять, например, диспропорции по заработной плате. У нас работники одних и тех же рабочих специальностях в разных прежа получали разную заработную плату. На сегодняшний день это выровнено и приведено в соответствии с отраслевым соглашением с профсоюзами. Мы продолжали работы по ремонту кровель, освещения и так далее. По-другому совершенно раскрылся город в рамках программы «Чистый город». И было куплено, ну, например, 3 новых уборочных машины, которые могут убирать дорожное покрытие. Раньше их было 3, еще 3. То есть это уже 6, почти в 2 раза больше. Это фактически позволяет нам сегодня в более чистом состоянии убирать город и освобождать его от пыли. Это очень важный вклад в экологию. И если за счет бюджета города мы установили более 400 урн, к сожалению, нам не удалось сделать то, что мы хотели из-за проблем с проплатой казначейства, то в 2 раза больше урн установили представители бизнеса. В 2 раза больше запорожцев приняли участие в наших субботниках. То есть это говорит о том, что идея поддерживается горожанами. Нам удалось это получить за счет вот консолидации усилий власти, и эта консолидация привела к тому, что Запорожье стали лучше слышать в Киеве и более внимательно относиться к решению наших проблем. И все это без учета того, что было сделано на строительстве мостов. Я думаю, что запорожцы видят этот результат, это почти 1 миллиард гривен, которые центральный бюджет профинансировал, это уже не бюджет города Запорожья. И в этом году было сделано немало. Я думаю, если оценить количество работ, сделанных в этом году, то это почти столько же, сколько за все предыдущие годы вместе взяты. И по бюджетному финансированию имеется в виду тоже, не только по объему работ, но и по финансированию, вложению, да, в мосты. Конечно. Но бюджетная составляющая, наверное, это основа, сердцевина взаимоотношений между местным самоуправлением и вертикалью власти исполнительной, властью губернаторской. В любом регионе всегда существует противоречие, оно заложено изнутри, между местным самоуправлением и вот такой вертикалью власти. Скажите, кроме решения вопроса в бюджетном финансировании, как вам удалось, может быть, найти взаимопонимание в управленческих аспектах с руководством области? Знаете, у нас существует очень тесное, я считаю, плодотворное сотрудничество между городской и областной властью. И в первую очередь оно произошло, или оно сложилось таким из-за того, что мы перестали делить, что есть вот проблемы городские, а есть проблемы областные. Для меня все проблемы города Запорожья – это проблемы, которыми должна заниматься городская власть. Независимо от того, это учреждение или отрасль финансируется городским или областным бюджетом. То есть я все проблемы воспринимаю как свои собственные. В свою очередь Пеклушенко Александр Николаевич, председатель областной государственной администрации, абсолютно так же относится ко всем проблемам города Запорожья. Он не делит, что вот это уровень города
и вы занимаетесь сами, вот это уровень области, он решает только эти проблемы. То есть мы сегодня все проблемы воспринимаем как наши общие, а значит и ответственность наша тоже общая за решение этих вопросов. Поэтому режим нашего общения – это ежедневный, иногда мы встречаемся и несколько раз в день. Мы обсуждаем вместе все проблемы, которые требуют решения в Запорожье. И дальше четко определяем план действий, то есть что конкретно делаю я, какую поддержку оказывает Александр Николаевич, какие вопросы он берет на себя. И, конечно, я очень благодарен поддержке губернатора в решении городских проблем, которая в первую очередь выражается в лоббировании решения наших проблем в киевских коридорах, в министерствах, в кабинете министров, в Министерстве финансов, потому что и выделение средств для нужд города Запорожья, и помощь в финансировании через органы казначейства, все знают, что в этом году это вылилось в серьезную проблему, и активное его участие в помощи городским предприятиям. Александр Николаевич помог целому ряду промышленных предприятий города Запорожья в выходе из кризиса и в нахождении государственной поддержки. Вот я думаю, что вот то, что мы все делаем вместе и помогаем друг другу, это залог того, что нет противоречия. Знаете как? Противоречие возникает тогда, когда кто-то что-то не хочет делать. А когда мы понимаем, что нам нужно решать вместе вопросы, и когда люди вместе трудятся, то тогда уже не до противоречий. Знаете, тут, дай Бог, понести на своих плечах ту ответственность, которую взваливает на нее. Мне кажется, еще один немаловажный аспект, который помог сегодня городской власти, областной власти решить проблемы и бюджета, и самоуправления, и иные вопросы организации жизни горожан, это то, что и в городе, и в области власть сегодня в руках одной политической силы. Если у нас предыдущие годы, вы помните, ваши предшественники в облсовете, вернее, в горсовете и мэр, противоречия существовали, постоянные, то сегодня такой конфликтной ситуации нет, и это, по-моему, помогает здорово консолидироваться, решать вопросы чисто в хозяйственном русле. Безусловно. Мы не тратим сейчас время на, знаете, поиск каких-то контекстов в действиях городской или областной власти, мэра. И то, что мы сегодня представляем одну политическую силу, партию регионов, это, ну, скажем так, дает нам очень хороший импульс для решения проблем как внутри города, так и в киевских высоких коридорах. Безусловно, учитывая сегодняшнюю расстановку сил в центре, в Киеве, и здесь, в области, и в городе Запорожье, я думаю, что это единственно возможный и правильный путь консолидации. Консолидации вокруг партии, которая является сегодня партией власти. И в центре, и на местах. Наверное, на данном этапе именно вот такая увязка в руках одной политической силы для страны более полезна. Потому что тот раздрай, который был... Мы меньше тратим времени сегодня на принятие решения. Вот посмотрите, как сегодня проходят заседания исполкома, как сегодня проходят заседания сессии городского совета. Мы исполком проводим сегодня за полтора часа. Сессии полтора-два часа. То есть вопросы обсуждаются, принимаются решения без всяких... Знаете, вот самое страшное, что мы могли бы получить сегодня, это когда одна часть депутатского корпуса бы блокировала важное, полезное решение для города, просто потому что это решение внесено другой политической партией. В угоду политических амбиций. Да, и все. Но сегодня этого нет в городе Запорожье, и все решения принимаются быстро и во благо горожан, и исходя только из тех реальных проблем, которые стоят сегодня перед городом и перед горожанами. В нашем разговоре, наверное, было бы неправильно обойти и острые углы, которые все равно существуют. Ведь не все решено за уходящий год. И что, по вашему мнению, не было выполнено в полном объеме, что предстоит сделать в следующем году? Ну, по мостам вы уже сказали. Я надеюсь, что этот вопрос в конце концов решится, и следующий год мы встретим, вернее, в следующем году мы уже по ним проедемся. А что еще, кроме этого, в планах мэрии? Я могу сказать, что из вопросов, которые не удалось решить хорошо, я отнес бы к этим вопросам, в первую очередь, вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Я думаю, что мы
не смогли сделать серьезный прорыв и серьезный шаг вперед в вопросах качества услуг. То есть, если по количеству мы все-таки сумели удержать уровень предыдущих лет и даже сделать по целому ряду направлений движение вперед, то по качеству, я думаю, что у горожан есть абсолютно справедливое, серьезное нарекание в наш адрес. Мы пока не смогли сделать большого прорыва в быстроте реагирования на обращения граждан. То есть эта тема по-прежнему является проблемой. Но у нас есть понятный план, что мы хотим сделать, как мы хотим сделать. В первую очередь, это компьютеризация процесса обращения граждан на базе работы центра обращения граждан, так называемого колл-центра, который работает в предприятии «Основание». И вот именно компьютерная обработка этих обращений позволит сделать скорость реакции более быстрой, а контроль со стороны соответствующих руководителей отраслей более эффективным. Потому что сегодня это такой закрытый ящик, знаете, люди жалуются или на телефоны прежа, или конкретных участков, или дежурным, и такой обобщающей картины нет. Очень часто я читаю в газетах сообщение о том, что по той или иной проблеме люди обращаются и 6 месяцев не могут получить ответа. Хотя проблема, которую поднимают люди, она, очевидно, требует более быстрого реагирования и не требует больших сроков. Вот в этих вопросах, я думаю, что мы серьезно не дорабатываем, абсолютно справедливо получаем нарекания со стороны жителей нашего города. Думаю, что нам нужно более жестко добиваться увеличения финансирования из государственного бюджета в вопросах реконструкции наших дорог. И мы, к сожалению, не можем выйти на хорошие темпы реконструкции и капитальных и средних ремонтов, и в большей части продолжаем латать наши дыры текущим ямочным ремонтом. Конечно, здесь уже очевидно, что Запорожье требует более больших инвестиций со стороны государственного бюджета, потому что наши дороги, к сожалению, стареют и разрушают быстрее, чем мы их капитально ремонтируем. И здесь тоже, очевидно, есть проблема, решение которой нужно усиливать. К проблемам, которые не удалось решить, я бы отнес и недостаточно высокие результаты по привлечению инвестиций в экономику города, по созданию дополнительных рабочих мест. Украина и весь мир живет в условиях продолжающегося кризиса. И, конечно, со стороны власти требуются более эффективные шаги в развитии экономики для того, чтобы компенсировать то высвобождение персонала, которое происходит на промышленных предприятиях города вследствие продолжающегося финансового кризиса. И я думаю, что мы в следующем году, у нас есть совершенно конкретный план. Мы хотим усилить результативность нашей работы и бюджетное финансирование в 3 направления. Я уже сказал о первом, это увеличение финансирования из государственного бюджета, что должно привести к развитию строительного комплекса. Это вопросы энергосбережения и начало работ по термомодернизации домов, внедрению энергосберегающих технологий. Это создаст как дополнительные рабочие места, так и позволит по результатам этих инвестиций сэкономить расходы жителей города. И третье направление, которым мы будем работать, это увеличение деловой активности в сфере туризма в городе Запорожье. Если мы сможем сделать ряд мероприятий, которые запланированы, и обеспечить приток иногородних туристов, которые приедут в Запорожье и потратят здесь деньги, это и есть реальная компенсация тех потерь экономики города от кризиса. То есть те деньги, которые мы не сможем заработать вследствие экономической ситуации на ряде предприятий, нужно компенсировать тем, что
Сюда должны приехать те люди, которые потратят деньги и вольют соответствующие средства в экономику города, а значит, дадут возможность создать дополнительные рабочие места в других сегментах. Вот три таких момента я бы хотел выделить. Вот эти все планы, безусловно, могут осуществиться в будущем году, наверное, только с помощью правильно принятого в полном объеме бюджета. Вот на прошлой неделе я знаю, что бюджет был принят, городской бюджет Запорожья. Насколько реально вы его оцениваете, насколько он позитивный, и потребуется ли корректировка его, допустим, в ближайшее время, так как, допустим, планирует руководство страны, правительство скорректировать бюджет по итогам первого квартала. Потребуются такие корректировки городского бюджета, или он сегодня уже ясно виден, распределен и будет выполняться? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что бюджет, безусловно, не является каким-то фантастически прекрасным, но я не склонен драматизировать ситуацию. Первое, я могу сказать, что уже сегодня у меня есть четкое понимание, что мы сможем обеспечить финансирование городских программ на уровне не ниже 2012 года, в бюджете 2013 года. У меня есть понимание, как мы достигнем и как мы решим эту проблему. А вследствие такого понимания исполнения бюджета у нас уже на старте, то есть до начала 2013 года, есть понимание, что мы сможем сохранить уровень финансирования программ социальной защиты на уровне не ниже 2012 года. Мы продолжим все те программы, которые начали в этом году. Мы будем ремонтировать внутриквартальные дороги и выделим минимум в два раза больше средств, чем в этом году. Мы будем устанавливать детские площадки. Мы дополнительно начнем новый проект по установке спортивных тренажерных открытых площадок. Мы их планируем сделать не менее 35. Мы продолжим программу реконструкции городских парков и скверов. Мы будем заниматься дорогами, мы будем приобретать технику для предприятий жилищно-коммунального хозяйства. При поддержке губернатора, а я очень верю в то, что эта поддержка будет результативной и не менее эффективной, чем в 2012 году, мы получим средства для реконструкции наших школ, больниц, строительства детских садов. То есть, подводя как бы итог в целом, я могу сказать, что мы понимаем, что мы будем развиваться, украшать наш город, делать жизнь запорожцев комфортней, благоустроеннее и насыщеннее. Конечно же, мы продолжим активно инвестировать в развитие культурной жизни города Запорожья. Это есть часть нашего плана по привлечению туристического потока в город, потому что город, в котором культурная жизнь не бьет ключом, это город неинтересный для приезжих людей. Поэтому мы не просто сохраним тот уровень культурной жизни, который есть в Запорожье, а мы постараемся значительно увеличить и уровень проводимых мероприятий, и масштабность их. И это тоже будет способствовать развитию, в том числе не только культурной, но и деловой активности в нашем городе. Поэтому, еще раз говорю, проблемы нам понятны, мы не считаем, что их не будет, но в то же время у нас есть понимание, как мы будем жить и работать с бюджетом 2013 года. Продолжая тему бюджета, хочу вас спросить. Вот есть, скажем так, и критика в адрес того, что бюджет города там не сбалансирован или не такой, как хотелось бы увидеть. И вот я встречал выражение в СМИ, оно касается не только Запорожья, а и иных регионов страны, но, наверное, и относится и к нам, к нашему региону. Вот оно звучит так. Увеличились изъятия из городского бюджета. Что это означает для пресечного громадянина нашего города? Это в угоду каким-то конъюнктурным соображениям изымаются какие-то средства? Или это изымаются средства в федеральный, в государственный бюджет? Что это такое?
Ну, я хочу сказать, что, наверное, те, кто спекулирует вокруг этой темы, и я тоже читал это, что это подается в неком контексте, знаете, там, плохой результативности действий городской власти по защите интересов города, что вот там изъятие растет, значит, там у нас изымают некие деньги из бюджета города и передают их в центральный бюджет. Я хочу сказать, что понятие изъятия из городского бюджета не влияет на жизнь запорожцев ни положительно, ни отрицательно. Это есть не более чем регулировка так называемого формального подхода. У нас все доходы для всех городов страны рассчитываются на основании формулы. То есть это есть некий единый подход по росту доходной части через какой-то коэффициент. У нас все расходы для всех городов формируются на базе формулы. Так вот, изъятие – это просто арифметическая разница между суммой планируемых доходов и суммой планированных расходов. Вот. А изъятие – это регулирующий момент. То есть, если доходы больше, чем расходы, то изъятие увеличивается. Все, это не более чем. Потому что бюджетный процесс, он достаточно сложен в взаимоотношении. Есть средства, которые прямо закреплены за бюджетом города Запорожья. Есть средства, которые мы передаем, например, бюджет государственный. Есть средства, которые мы получаем из государственного бюджета в виде субсидий и дотаций. Ну, например, изъятие в бюджете города Запорожья на 2013 год более 200 миллионов, а субсидии, субвенции, которые мы получаем, в свою очередь, из государственного бюджета почти 600 миллионов гривен. Ну, то есть это регулировки между разными статьями расходов, не более чем. Чистая регуляторная функция выражения. Да, поэтому я хочу, чтобы запорожцы относились к изъятию государственный бюджет как к тому, что город Запорожье – это не депрессивный город, как пытаются, знаете, в разных рейтингах нас подавать, когда нас ставят там на 30 какое-то место в городах по уровню жизни, хотя в первой десятке при этом находятся те города, куда, я уверен, ни один запорожец никогда не переедет, даже если ему там предложат какое-то жилье. Те регионы, которые финансируют. Да, я думаю, что это Запорожье. Просто игра, знаете, как показателей, которые ставят в рейтинге. Вот, например, я знаю рейтинги, когда Запорожская область, например, находится, ну, например, это тот же рейтинг официальный, который Кабинет министров проводит, когда мы находимся в первой десятке, а в то же время ряд средств массовой информации публикует рейтинги, где мы находимся в конце списка. Ну, то есть это просто зависит от того, какие показатели поставить. Поэтому я отношусь к тому, что у нас есть изъятие, к тому, что мы не депрессивный город, мы город базисный для страны, и то, что мы город-донор, говорит о том, что экономика нашего города вносит существенный, серьезнейший вклад в экономику как Запорожской области, так и Украины в целом. И вот давайте мы к этому относиться таким образом. А больше изъятия, меньше изъятия, нам нужно смотреть не на эти показатели, нам нужно смотреть на показатели, сможем ли мы заплатить заработную плату, рассчитаться за энергоресурсы, сможем ли мы выплатить социальные пособия, которые установлены и выплачивать сегодня управлением социальной защиты. Сможем ли мы при этом развивать жилищно-коммунальное хозяйство, ремонтировать наши дороги и так далее. Я отвечаю, что мы это сделаем на уровне не ниже 2012 года, а по целому ряду позиций постараемся улучшить объем этого финансирования и, значит, выполненных работ. Александр Александрович, заканчивая нашу беседу, я думаю, что будет правильно, если вы обратитесь к нашим запорожцам, к жителям, с пожеланием, что вы хотели бы пожелать горожанам в наступающем году. Я хочу пожелать запорожцам, чтобы в новом году вы были здоровы, чтобы были здоровы ваши близкие, чтобы в ваших домах был уют, покой и тепло. А призываю всех думать позитивно, потому что глубоко уверен в том, что каждый из нас живет так, как он думает. И если мы будем думать позитивно, значит, жизнь наша будет меняться к лучшему. Я благодарю вас за беседу интересную. И хочу вам, как руководителю города, пожелать успехов в совершенствовании управления городской структурой.
еще меньше политических различных аспектов, которые влияют отрицательно на части на организацию жизни в городе. Ну и вам лично успехов в вашем нелегком деле. Спасибо. До свидания. До свидания. Мені залишається лише приєднатися до побажань міського голови і висловити надію на те, що новий 2013 рік увійде в наші теплі оселі не лютою зимою, принесе рясні дощі на наші плодовиті землі навесні і дозволить зібрати добрий врожай вже восени. Врожай не лише зернових, а й подарує плоди порозумінь у політичному житті всередині країни, налагодить дружні стосунки з поважними сусідами ззовні та й взагалі зробить наше життя більш заможним та щасливим. Здійснення сподівань усім нам у новому році і до зустрічі на телеканалі «Алекс» вже в січні. До побачення!